следующий номер представляет очень творческое и очень неформальное объединение из России. Мне сложно перечислить все города, но я точно знаю, что там замешан город Тула. Также там выступает некто, кто скрывается под псевдонимом Шимшимов. И это напрямую связано с содержимым номера, поскольку этот танец называется «Маш-Миш». Если вы умеете разгадывать всякие ребусы словесные, то, наверное, вы уже немножко представляете, о чем там. «Маш-Миш». А исполнитель называется группа «Спирт». И это аббревиатура. Это старые дуны из России транзитом. Группа «Спирт», танец «Маш-Миш». Bombardировщики.
Летчик из Краснодара! Компания выступит в Киеве 14 мая. Не пропустите, у вас есть еще время, чтобы купить билеты сразу после Финляндии. Итак, а сейчас мы снова переносимся в Киев, туда же, где мы с вами находимся. И снова, и снова, и снова лучшие, что есть в киевских закромах для вас. Оставим объявление этого номера небольшой интригой. Танцевальный номер. Thank you.
матери.